Сейчас у тебя руки целые. Хорошо. Еще раз. Рэмбо первая кровь, да. Я знаю, что мы сейчас будем играть. Антикомаринную барабанную дробь. Чтобы вы сейчас прошли этот ритуал для посвящения барабанщиков, о, великий вождь приехал к нам не просто так. Он приехал с таинственной шляпой, который сейчас скажет свой вердикт. Для этого каждый барабанщик должен подойти к нам, и вождь сделает свое дело. Вы узнаете, для чего. Прошу. Джамба-намба! Джамба! Можно сесть вот на эту штуку? Он говорит, что он будет играть на джембо и идет... Вот сюда. Вот сюда идет и встает. Не стесняемся, подходим. Бум-бум! О! Бум-бум! Ну это же бас! Вы как, вы не поняли? Проходите сюда, пожалуйста. Ну что все стесняются? Ну давайте. Вождь к нам приехал с тобой. Что? Джамба-мамба. А, джамба-мамба? Ну вам джамба, да. Я следующий вождь. Шика-шика. Да, все поняли, да? Шика-шика. Шика-шика у нас стоит здесь.
Мама, мама. Что, никто не хочет садиться? Шика-шика. Стой, как хорошо. Давайте, в наше время не прибыло. У нас две шика-шики. Джамба-мамба. Джамба-мамба. Ну, вы уже все понимаете, куда идут и кто. И только играть, ну и танцевать. Вы видите, вот просто. Это все, он не может молчать, не может стоять на месте. Сейчас. Команда шики-шики должна играть. То, что вы сейчас учили, да? Все помнят? Вы играете не на шика-шика, вы играете на барабанах. Так. А все остальные команды бум-бум и джембы танцуют, но танцуют не что хотят, а танцуют, что мне скажет вождь. Но он, вы не слышите? Он хочет, чтобы вы станцевали бум-бум. Барабан вам будет мешать, так что снимаем барабан. Румбу. Рабочий. Нам покажут, так что не надо. Скажи, пожалуйста, вождь, пусть покажет. Вождь пусть показывает нам. Все, понятно, все, ну возьми. Кто знает, что такое? Давайте. Раз, два, три, четыре. Ну как ее танцевать-то? Показывайте. Давай показывай. Румбу, но никто не знает. Хорошо. Сейчас все будет. Так, так. Почему у нас гости стоят? Да вон их на полу. Ты так смотришь на меня. Несчастный. Вытри мне лишнее, пожалуйста. Давай. Что говорят, что там это? Ну, да, ребятки, уже не смазывайте. Не, ну мы уж не на такие крайние меры не пойдем. Сань, давай. Давай. Так, нас не трогать! Я это... Не надо, Саня. Ну все, Саня, теперь я четвертая. Туда. Пока что у тебя самый красивый. А я тоже хочу быть барабанщиком. Ура. Все с полосками? Нет? Попала. Вот. Я бесплатно противоядие. Посвящаем. Что, вождь, большая полоска. Не, вы не играете по хорошему.
должны сами сделать. Нам нравится. Очень молодой. О, гениально! Видите, как вас ждет и нравится! Можешь давай! Куда ты? Куда? Куда? Жги, Мошки, жги! Жги! Вош, пойдем, пойдем, вот! Вось, Вош! Классная роль такая. Мне вообще не хочется разбежаться. Хочется! Я уже на втором уровне. Я бы тут такое намалевала. Намалюешь потом? Третий глаз. Ты испуганно на меня смотришь. Я смазала. Кто еще? Саш? Кто? Все поставили? Все сделали, да? Саш? Можно водички? Где твоя желтая? Нету, блин. Бен. Давай его с собой еще. Это самое сложное, вы должны это сделать, давайте. Может, мы напишем? Я не знаю вас. Медленнее. Медленнее. Дум, ты, ка, ты. Дум, дум, ток. Дум, ты, ка, ты. Дум, дум, ток. Дум, ты, ка, ка. Дум, 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 ка, ка. Дум, ты, ка, ка. Что, я думаю, ударила. Зрители будут слушать. Так, подождите, импровизация еще не вступила. Играем, играем. Не понравилось, слушайте. Спасибо вам! Что?
Да! Слушайте, здесь что-то не то. Почему все барабанщики? Я не понимаю. Так, все идут. Я думаю, Олесь, нам стоит тоже пройти. Барабанщики. Давай. Пойдем. Барабанщики вы или нет? Давай. Слава! Да. Так печально. Удивительно. А мне надо? Подумайте. Вот мы на ИО. Давай, давай. Взятку требует. Помогите мне! Барабанщики. Барабан. Сейчас.
Давайте все уже почесались. Еще. Не переживай. Как же началось? О боги, о дали, о мне, о возможность, о понимать, о вождийский, о язык. О язык. А, ребята, спасибо всем большое вам за то, что так долго терпели меня, все мое занудство. Вот. Вам, что пришли поддержать своих друзей, официально ваш учебный год закончен. Вы все переведены на второй год обучения. Сегодня было последнее занятие в том плане, в котором, ну, оно обычно бывает. Дальше я уже не занимаю никакой роли, я уже не ведущий, мы просто вместе все лето собираемся и джемим. Играем чего хотим, как хотим и где хотим. В основном это будет в городе. И первая наша встреча будет 1 числа, а дне города
будет большой парад. Берем с собой ремешки, барабаны и будем участвовать в колонии. Хорошо? А все желающие могут присоединяться. На самом деле многого там иметь не надо. Там единственное, что нужно слышать друг друга, подстраиваться друг по другу. В конце вы это все поняли, вместе замечательно сыграли. Поэтому всех приглашаю 1 числа, день города. 4 часа у нас колонна будет стартовать от комплексного общежития. И первый, и третий. Ну, кому это интересно, я всю информацию буду размещать в интернете, вы можете через своих знакомых тоже узнать. Хорошо? Спасибо вам большое. Всем спасибо! Расходиться, можно переместиться обратно в ЦГУ и там уже устроить какую-то автопати. Хорошо?